котёнка переодевает носки, меняет черные на белые, додумался. Я с вами решила поздороваться. Ребята, привет! Канал Белка Фэмили, и меня зовут Таня. И сейчас мы с Чонгом собираемся в ресторан. Японский ресторан. Я по этому случаю весь сыр-бор. Мы тут стоим, вызываем такси. Дело в том, что ресторан до 10, а кое-кто долго собирался. Не буду показывать пальцем, кто. Проблема в том, что такси все никак не приедет. Какие-то кругаля вертит. Сейчас опять в другое место поехала. Ладно. Мы решили это дело отметить. Что же за день? Сегодня 1000 дней, как мы с Чонгом познакомились. Вот у меня есть приложенька, которая мне и подсказывает. Вообще, этому приложению научил меня также Чонг. Когда мы с ним встретились, оно уже у него было, и там было все написано с момента даты нашего знакомства. Мы приехали. Сейчас гораздо круче заказывать, потому что здесь меню на японском языке, а он японский знает, так как учился и жил несколько лет в Японии. Итак, нам уже принесли Чонгу пиво, а мне какой-то лимонный напиток с добавлением саке. Что могу сказать, пиво тут почти везде одинаковое, лично на мой вкус. Напоминает газировку с лимоном. Не сладкая, и алкоголя совершенно не чувствуется. Когда мы с Чонгом познакомились, я была удивлена на самом деле, что парень скачал себе приложение, которое считает дни, но на самом деле для корейцев это вполне нормально. Как для мужчин, так и для женщин. Отмечать там, 100 дней, 200 дней. И поэтому, чтобы не сбиться со счета, они пользуются вот таким приложением. Ну и как бы я тоже себе загрузила и теперь знаю. Приложение оповещает о днях рождения
и отсчитывает кругленькую дату совместной жизни, ну, либо просто встречаем. Чонг очень давно хотел сходить в японский ресторан, ну, сегодня его мечта сбылась. Хоть я и много где побыла уже, и многие кухни разных стран я уже тоже попробовала. И нам принесли нечто странное, но это похоже на икру. Не знаю, на мой взгляд, с чесноком. Ну, вероятнее всего, это какой-нибудь имбирь, либо редька. Теперь понятно, почему японцы худенькие. Посмотрите, какую тарелочку принесли. И она стоит 100 тысяч донгов. Чонг заказал вот эту икру. You know, cat mobic eat. Я скажу так. Мой кошак гораздо больше ел, чем нам сейчас принесли. Да, то есть, ну как бы. Ему это очень нравится, но как по мне, так это так, червячка заморить. This what? Редька. Так я и думала. Принесли жареное нечто. Соевый соус. Мой лосось приехал. Понятно, да? Почему японцы очень худенькие? Вот моя ладошка. И вот этот кусочек. А с блюдом Чонга так и сравнивать нечего. Мне повезло гораздо больше. Нет, ребят, на самом деле, я знала, куда иду, и, в принципе, я не удивлена особо сильно. Поэтому я была готова к тому, что будут порции очень маленькие. Те суши и роллы, которые продают в странах России, Беларуси, Украины, потому что... Я говорю об этих странах, потому что я там была, и я знаю. Это совершенно разные вещи. И с японской кухней мало чем похоже на самом деле. Когда Чонг приехал ко мне, и мы с ним вместе путешествовали, он сказал, да это не японская кухня, не японская ни разу. Ну, понятно, что все эти продукты, их подстраивают под вкусовые предпочтения населения, потому что некоторые блюда были бы для нас очень странными и невкусными. И... Какова любовь? Чонг откусил кусок и дал мне. Жареная обувь тоже вкусная. Странно и вкусно. Икра с сочетанием редьки, на вкус необычный. Прям испытываешь какую-то гамму вкусов, но при этом чувствуется вкус икры. Отличается, кстати, японская кухня от корейской и вьетнамской, пожалуй, тем, что у нас соленая в большинстве своем случае из-за применения соевого соуса. Я, наверное, прям в японском ресторане, наверное, раз второй или третий. Но вот данную еду я пробую впервые. Прям лосося в японском ресторане, икру, например. Кстати, икру японцы очень любят использовать в разных коллаборациях, скажем так. Икру любят применять с разными блюдами. И порой кажется, что несочетаемыми. У японцев также есть соус с икрой. Икра и, в общем-то, смесь... дальше каких-то соусов. Итак, уже 9:12, ресторан закрывается в 10. Поэтому я бы рада, конечно, поболтать еще больше, но надо есть, а то нас вытолкают отсюда. Лосось. То, что я так давно хотела. Из всех морепродуктов, именно рыбы, я больше всего люблю, наверное, это лосося и тунца. Рыба не дура, да? Мне кажется, рыбу в принципе сложно испортить. Поэтому практически всегда беспроигрышный вариант и всегда вкусно. Ау!
Подают кусочки лимона, то во Вьетнаме ко всем необходимым блюдам кладут лайм. Каждая такая штучка отличается содержимым. Где-то рыба, как, например, сейчас, либо яйца жареные в панировке, гречка, еще какие-то там овощи. В данном случае рыба с луком. Это вкусно. Я ладно. Сразу видно, что не азиат. Так палочкой есть может только я. Ну, перепутала что-то. Поели, это было вкусно.